А ты смеешь подписаться на канал и поставить лайк за 5 секунд? Считаю до 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ты топ подписчик, но я приступаю к видосу, погнали. Кость 666, поти Джон Доу, поти Джейн Доу, поти Роблокса. Кость 666. Так, вот я кость 666 сошел в какой-то уровень. Это, по-моему, надо идти в соневской уровень почему-то. Ну, по-моему, кто-то из них никто не пришел, потому что я кто-то мог произойти, но это все, что благодаря некоторым, то, что подписчикам моих Джон Доу следских. Пока что это, собственно, ничего не особенного. Ну, ну так вот. У меня, в принципе, значит, много роблоксов. Я могу что-то купить. Ну, все это ладно. Посмотрю. Омк, кость 666. Ну, они как-то офигевают, что я кость 666. И вообще, так вот, пока что ничего не понятно там средства. И почему-то все на изи как-то. На изи, я понимаю. На изи, короче. Омк. Кость 666. Да почему они все офигевают? Омк. Кость 666. Да почему все офигевают? Омк. Кость 666. Да почему все офигевают, а? Ну что такое? Ладно, сейчас покикаем и все. Будь готова. Джон Доу. Так, вот я Джон Доу сошел в игру, и это какой-то симулятор Соника. Надеюсь, я там могу прогуляться. Вот тут. Они тоже все офигевают, что я Джон Доу, конечно. Омк, Джон Доу. Но они тоже все офигевают. Кость Джон Доу. Ну, это тоже понятностью, конечно. Ну, все подписчики, конечно же, офигевают у меня. И тут какой-то Суперсоник офигевает меня, потому что я только что сошел в эту игру. И почему-то не все начинают меня офигевать. Ну, ладно. Ну, пока что я ничего не знаю, ладно. Это, между прочим, тоже так. Чейн Доу. Так, вот я Джейн Доу сошла в игру, и это какой-то Соник симулятор, но мой муж Джейн Доу сказал, что она популярная, ну посмотрим, может она популярная или нет. Ну давайте посмотрим. Так, тут что-то делает. Эй, ты что там делаешь? Тук ты мне поделаешь. Онг Джейн Доу, ну они тоже знают меня, конечно. Ладно, сойду в эту коридор, посмотрим что-то. А, ну тут ничего нету после того, как я зашла в игру. Ну ладно, пока что ничего. Роблокс. Так, вот я Роблокс сошел в игру. Это какой-то симулятор Соника, что ли? Ну давайте посмотрим, что тут есть. Так, уже подписчики заходят и офигевают, что я Роблокс. Ну понятно все теперь. И так же, как остальные хакеры, ну, Джон Доу прям не понимают, о чем это. Конечно же, все понимают меня. Кость 666. Так, ну вот я кость 666 сошел в следующую зону, и это какая-то зона, не понимаю, что это. Ну, это этот Блейз уже создан был очень давно. И сказали, был создан очень давно. Ну ладно, не так вот. Но они создали как-то в 2016-м году, прямо как меня. Ну ладно. А где логика? То есть я делаю вот так, как будто я отворачиваюсь потихоньку. Ну, в общем, вот так. Джон Доу. Так, вот я Джон Доу сошел в игру, и это как... Ну, я не в игру сошел, а в зону какую-то. Это какой-то тест-зон.
понимаю. Здесь можно изменять эти разные. Ой. Ну ладно, безопасные, конечно. Все понимают, что такие же, ну, они уже так вот. Ну, непонятные средства от меня, короче. От меня. Ну, это легкотня, по-моему. Легкотня, это то же самое. Так, давайте поставим какую-нибудь другую. Ну-ка. О, сделать как-то вот так. Давайте поставим чекпоинт. Лучше вот. Вот так лучше. Все, теперь давай чекпоинт и забарывайся уже наконец-то. Ну и поехали, короче. Поехали. Вот, тут уже не говорит, что я чондол. Вау, первый сошел, офигеть. Если же я первый, то чондол не самый у меня в голове. Чейндол. Так, вот я чейндол сошла в какую-то зону. Интересно, как она называется? А, называется тест-зон. Я могу там что-то натворить всякое, ну всякое, и в общем понятно, то что как мне нравится, это абсолютно, в общем мне нравится, и в общем, ну мне муж Чондол сказал, что это самая популярная игра, ну вы как думаете? Ну а вы как думаете? Ой, я пошел сквозь. Я прошел сквозь стену. Что это? Роблокс. Так, вот я в Роблокс сошел в какой-то тест зону. Я не понимаю, что это такое. Ну, ребят, кто знает, но я знаю, как это было создано. Это было, не знаю, чем она была создана на своем аккаунте. А своим Чондол. По-моему, Чондол не может пойти, потому что это очень сложно. Ну, вы как думаете? Напишите. Ну, я обязательно почитаю. Ё-моё. Что это такое? Я не понимаю. Я ускоряюсь. Гость 666. Так, вот я сошел в какую-то вторую игру теста. Ну, и посмотрим, может, там какой-то следующий. Там следующий, это какой-то босс. Это очень стрёмно. Почему я трачу совсем? Какой же я я тупой. Чондол. Так, вот я Чондол сошел какую-то вторую игрушку теста. Не знаю, по-моему, не надеюсь. Что это такое? Неужели это босс? Что происходит? Нет, у меня все кольцы потерялись. Все, я остался один. Как мне победить этого босса? Не, ну расскажите. Как победить? Я забыл! Чондол. Так, вот я Чондол сошла в игру. И ё-моё, смотрите, там что? Босс? Ё-моё. Так, нужно как-то спрятаться. Он что, летает? Ну, не знаю, это же... Ну, я не знаю, как это... Произносится! Как мне спирать? Потому что я же девочка! Потому что я мужчина! Не-не-не, я женщина, конечно, я женщина! И потому что я же... Меня же зовут Чондол! Так как тебе? Роблокс. Так, вот я, в принципе, Роблокс сошел, бегу. Что происходит? Ё-моё, смотрите, там что, босс? Так, нужно специально как-то защищаться. А почему он? Нет! Всем привет, друзья, с вами я, Богдан. И спасибо вам огромное за офигительные советы в комментариях, что вы написали. Дайте вам еще несколько видео. Вот я написал много видео, что вы могли бы сделать еще больше. Вот больше комментариев, что вы спасибо огромное. Написали. Вот спасибо большое. Спасибо, конечно. Спасибо. Ну, а с вами я был Богдан. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем удачи. И всем. Короче. И всем пока, ребята.